В рамках партийного проекта «История памяти» партии «Единая Россия» в школе номер 17 прошел урок мужества для кадетского класса в рамках Дня воина-интернационалиста. В этот день, 35 лет назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. В соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Об этом важном событии в истории Отечества напомнили депутат Совета депутатов городского округа Щелково Сергей Есин и активисты «Молодой гвардии». Потери были большие в Афганистане, 15,5 тысяч погибло наших ребят, в том числе и погибли наши щелковчане, которые выполняли интернациональный долг. Вот. Более 60 тысяч было ранено. В далеком Афганистане советские воины проявляли лучшие человеческие качества – мужество, стойкость и благородство. Этот конфликт оказался труднейшим испытанием для СССР после Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, способствуют укреплению патриотического сознания подрастающего поколения. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.